доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Ранее рекомендовалось при аденоме предстательной железы аденомэктомии, одномоментная аденомэктомия, а при патологии со стороны сердечно-сосудистой системы хронической почечной недостаточности, если она не обусловлена субтригональным ростом, двухмоментная, то есть установка цистостомы на 2-3 месяца, а потом проведение аденомэктомии. По Лопаткину выделялась неотложная операция, то есть ургентно, экстренная и срочная. Экстренная неотложная должна выполняться в 24 часа с момента заболевания. Острая задержка мочи, уретрология при ложном ходе, гематурия, тампонада мочевого пузыря. И срочная неотложная в любой срок с момента заболевания, но за 72 часа с момента поступления. Необходимость подготовки больного при острой задержке мочи, субтригональном росте долей, сердечно-сосудистой терапии и другое. По Карпенко экстренная аденомэктомия через 3-5 часов со времени поступления. Острая задержка мочи, макрогематурия, тампонада мочевого пузыря, субтригональный рост простаты. Противопоказаниями являлись хроническая почечная недостаточность, острая почечная недостаточность, атония мочевого пузыря, интеркурентная патология. При субтригональном росте показана неотложная аденомэктомия. И срочная аденомэктомия. Операция откладывается на 6-24 часа по тактическим соображениям. До обследования и медикаментозная терапия. Представлена международная шкала оценки заболевания предстательной железы, измеряющаяся в баллах. Лечение. Больному надо рассказать о возможных вариантах лечения. При незначительных до 7 баллов и умеренно до 19 баллов выраженных синдроме симптомах нижних мочевых путей поведенческая терапия, наблюдение и медикаментозная терапия. Выраженная симптоматика более 19 баллов по ЭПСС – хирургическое вмешательство. Больным при выраженной симптоматике доброкачественной гиперплазии предстательной железы и абсолютными противопоказаниями к оперативному лечению также назначают лекарственную терапию. Показания госпитализации. Экстренно госпитализируются при острой задержке мочи, развитии острой почечной недостаточности, гематурии и тампонаде мочевого пузыря. Немедикаментозное лечение показано пациентам с незначительной симптоматикой. Тактика выжидательного наблюдения при симптомах нижних мочевых путей заключается в образовании пациента, динамическом наблюдении и рекомендациях по изменению образа жизни. Больному рекомендуется следующее мероприятие. Уменьшение потребления жидкости за 3 часа до отхода ко сну. Обязательно опорожнять мочевой пузырь перед сном. Иногда может быть рекомендована техника двухэтапного мочеиспускания. Группы препаратов для медикаментозного лечения. Первое – это альфа-адреноблокаторы. Представителями являются тамсулозин, альфузазин, силодозин и другие. Вторая группа – ингибиторы альфа-5-альфа-редуктазы, финастерид, дутастерид. Третье – антагонисты мускариновых рецепторов, толтер-1, фезотер-1 и так далее. Четвертая группа – ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. Пятая группа – препараты растительного сырья, пермексон. Шестая группа – аналоги вазопрессина, десмопрессин. И седьмая группа – бета-3 антагонисты, бетмига. Первая группа – альфа-блокаторы назначаются при превалировании симптомов фазы опорожнения, при отсутствии задержки мочеиспускания. Терапия первой линии. Эффективность от 30 до 40%. Уменьшение баллов по ЭПСС. Увеличение скорости потока мочи на 20-25%. Эти препараты могут уменьшать выраженность симптомов фазы как накопления, так и опорожнения, но не предупреждают вероятности острой задержки мочи, не влияют на объем простаты.
Финасторид, вторая группа препаратов, назначается в дозе 5 мг в сутки. Ингибиторы 5-альфа-редуктазы снижают концентрацию простат-специфического антигена сыворотки крови в 2 раза, что имеет большое значение для диагностики рака предстательной железы. На фоне терапии препаратами этой группы следует для получения истинного значения простат-специфического антигена увеличивать лабораторные показатели в 2 раза. Назначаются при объеме предстательной железы 40 кубических сантиметров и более или повышенном значении ПСА. Принимать дополнительно или пожизненно. Ингибиторы редуктазы уменьшают объем предстательной железы на 25-30%. Предотвращают ее рост. Уменьшают балл IPSS на 15-30%. При постоянном длительном приеме ингибиторы снижают риск операции и острой задержки мочи, снижают риск и выраженность кровотечения при назначении курса перед трансуретральной резекцией предстательной железы. Ингибиторы назначают с умеренной и тяжелой формой синдрома нарушения нижних мочевых путей и увеличением простаты до более 40 кубических сантиметров и повышением ПСА более 1,6 нанограмм на миллилитр. Третья группа антагонистов мускариновых рецепторов. Эти препараты называются медикаментозными средствами с антихолинергической активностью. Они могут назначаться как терапия первой линии у больных с выраженными расстройствами мочеиспускания, фазы накопления при отсутствии или минимальной выраженности расстройств фазы опорожнения. Еще одним официальным показанием для их назначения являются сохраняющийся синдром нижних мочевых путей после месяца непрерывной терапии альфа-адреноблокаторами в активной терапевтической дозировке. При этом антимускариновые препараты назначаются в комбинации с альфа-адреноблокаторами. При их назначении отмечается положительная динамика в отношении нектурии, частоты дневных мочеиспусканий и выраженности ургентности. Отмечено также некоторое уменьшение балла IPSS. Основной причиной их действия – блокирование проводимости по волокнам парасимпатической нервной системы. Пациентам с симптомами нижних мочевых путей на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы могут назначаться препараты в стандартных терапевтических дозировках. Эффективность применения этих препаратов доказана в немногочисленных международных клинических исследованиях. Применение антимускариновых препаратов требует ультразвукового мониторинга количества остаточной мочи. Четвертая группа – ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа. Препараты этой группы снижают тонус гладких мышц детрузора, предстательной железы и уретры. Препаратом этой группы, официально разрешенным применению для лечения симптомов нижних мочевых путей, является тадалафил в дозировке 5 мг в сутки. Вызывает снижение балла IPSS на 22-37% за счет уменьшения выраженности обеих групп симптомов фазы опорожнения и накопления. При этом существенного изменения максимальной скорости потока мочи в большинстве проведенных исследований не зарегистрировано. Препарат может назначаться в режиме монотерапии и в комбинации с альфа-адреноблокаторами. Безопасным сочетанием его является одновременное назначение с тамсулозином и силодозином. Стандартное противопоказание к назначению ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа из-за высокого риска гипотонии, их сочетание с нитратами. Рекомендации. Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа устраняют нарушение мочеиспускания фазы опорожнения и накопления у пациентов с симптомами нижних мочевых путей на фоне аденомы предстательной железы как при наличии, так и при отсутствии нарушения эректильной функции. Органотропные препараты на основе экстракта простаты. Механизм действия до конца не изучен. Международные исследования позволяют рассматривать возможность назначения органотропных препаратов с позиции доказательной медицины.
в связи с чем сформулировать показания к их применению не представляется возможным. Пятая группа – препараты из растительного сырья. Несмотря на отсутствие доказанной эффективности лекарственных препаратов растительного происхождения, в международных клинических исследованиях фитотерапия доброкачественной гиперплазии плесательной железы остается популярной. Органотропные препараты на основе экстракта простаты. Сложный механизм действия фитопрепаратов труден для детального изучения, поскольку последние состоят из различных растительных компонентов. Учитывая тот факт, что большинство этих препаратов во всем мире относятся к классу биологически активных добавок, их сравнительного изучения не проводилось. В Украине распространены фитопрепараты на основе экстракта саранеа, репенс, пермиксон и другие. Бета-3 агонисты. Новая фармакологическая группа препаратов для лечения – это агонисты бета-3 адренорецепторов. Бета-3 адренорецепторы являются преобладающими среди бета-рецепторов, расположенных в гладкомышечных клетках детрузора, и их стимуляция индуцирует расслабление детрузора. Мирабегрон 50 мг – первый представитель этого класса препаратов. В 2013 году препарат стал доступным в Европе под названием Битмига. Широко применяется в Японии, Северной Америке, Австралии. Мирабегрон производится в форме таблеток с контролируемой абсорбцией. Исходно препарат позиционировался как альтернатива антихолестеразным средствам при их недостаточной эффективности. Существенным преимуществом препарата является то, что он свободен от типичных побочных эффектов, присущих холинолитикам – сухость во рту, запоров и повышение внутриглазного давления. Показанием является гиперактивность мочевого пузыря. Активация бета-3 адренорецепторов с помощью мирабегрона стимулирует расслабление детрузора и способствует удержанию мочи, приводя к увеличению накопительной емкости мочевого пузыря и интервала между мочеиспусканиями. Рекомендации. Использование бета-3 агонистов показано пациентам с умеренными и тяжелыми симптомами нижних мочевых путей, у которых преобладают расстройства фазы наполнения. Комбинированное применение ингибиторов 5-альфа-редуктазы и альфа-адреноблокаторов. Действие ингибиторов 5-альфа-редуктазы основывается на снижении активности тканевых факторов роста и активации апоптоза, что способствует уменьшению размеров предстательной железы и снижению механического компонента инфравизикальной обструкции. На основе механизма действия альфа-адреноблокаторов лежит расслабление гладкой мускулатуры шейки мочевого пузыря и уретры вследствие блокады альфа-1 адренорецептора и устранение динамического компонента инфравизикальной обструкции. При этом действие альфа-адреноблокаторов сказывается вскоре после начала лечения. Комбинированное назначение препаратов двух различных фармакологических групп позволяет оказывать воздействие на сложные механизмы патогенеза симптома нижних мочевых путей и вызывать существенное увеличение качества жизни больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Комбинированная терапия альфа-адреноблокатором и ингибитором 5-альфа-редуктазы должна быть назначена пациентам с умеренными и тяжелыми симптомами нижних мочевых путей, увеличенным объемом предстательной железы более 40 кубических сантиметров и сниженными значениями высоким риском прогрессии заболевания. При этом длительность терапии должна быть не менее 12 месяцев. Комбинированное применение альфа-адреноблокаторов и антагонистов мускариновых рецепторов. Спонтанное сокращение детрузора приводит к возникновению частых и императивных позывов к мочеиспусканию. Такая совокупность симптомов расстройства фазы накопления объединяется понятием гиперактивный мочевой пузырь. Современные эпидемиологические исследования указывают на широкую распространенность симптомов гиперактивного мочевого пузыря у взрослого населения Европы.
До сих пор предметом обсуждения является первичность или вторичность гиперактивности мочевого пузыря у пациентов с инфравезикальной обструкцией. Но никто из специалистов не отрицает наличие причинно-следственной связи между этими двумя состояниями. Одним из перспективных направлений медикаментозного лечения симптомов нижних мочевых путей является комбинированное назначение альфа-адреноблокатора и средств с антимускариновой активностью. Первый класс препаратов устраняет симптомы инфравезикальной обструкции. Второй способен значительно снизить выраженность накопительных расстройств. Немногочисленные работы по комбинированному назначению этих препаратов освещают опыт применения доксазазина, тамсулазина и теразазина с оксибутином и толтрадином. Такое лечение рекомендовано пациентам со средней и тяжелой симптоматикой при отсутствии эффекта от монотерапии этими препаратами. Если количество остаточной мочи превышает 150 мл, это лечение следует назначить с осторожностью под контролем ультразвукового исследования. Шестая группа – аналоги вазопрессина. Десмопрессин – синтетический аналог антидиуретического гормона, позволяющий значительно увеличить реабсорбцию в канальцах почек и снизить объем выделяемой мочи. Препарат является эффективным методом борьбы с нептурией, если ее причина – ночная полиурия. Десмопрессин не оказывает влияния на все прочие симптомы нижних мочевых путей. Применять следует с осторожностью, контролируя уровень натрия в сыворотке крови через 3 дня, неделю, месяц после начала использования и далее каждые 3-6 месяцев при постоянном приеме. Назначать этот препарат лучше после консультации и под контролем терапевта. Десмопрессин необходимо назначать для терапии нектурии вследствие ночной полиурии.